Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной трэш. Будем открывать очень много топовых плюх. Качать немножко героя. В общем, будет много интересного. Я собрал уже топовые сундучки для получения следующего бездонатного героя, которого можно получить в глобале. Вот здесь в ивентах есть Lord Conquest, и соответственно можно сразу же получить за прохождение. Вот как видите, я уже немножко, это я за буквально за полчаса 2 ляма нафигачил, понаходил противников, поразбивал их сборы и соответственно забрал вот такие вот плюхи. А ну конечно, надо будет выходить топ постепенно. Я думаю, за день, за два наберем топ-1. Поехали. Так, 10. Ну, отсюда получается плюхи, получается резервисты, которые нужны для набора армии в глобале. Скролл-лог. Так, за 400. Ключик. Еще один. Ну, видите, можно будет нормально сундучки пооткрывать. И вот мы получили шарды нового героя. Так, поехали. Вот Салка. Новый наш герой. Помню, 14-й у меня уже, по-моему. Вот так вот она выглядит. Что она делает? Замораживает на 1 секунду. Неплохо. Наносит урон 20 противникам. Так, Protect the Frostbite. Понижает скорость атаки. Тоже, кстати, неплохо. Ну, дает дополнительный дамаг. Тоже неплохо. 24 плюс 4. Ну, то есть бафер степени. Так, ну вот увеличивает скорость получения магии, тоже кстати неплохо. Так, отлично. Ну, на прокачку у нас на нее ничего нету, надо будет дальше участвовать. Давайте немножко ее апнем. Ну, такая вот тетушка, ну, не знаю. Пока ее качать не буду, потому что есть куча, скажем так, имбовых героев, которых надо будет качать. Тот же самый Эчо, имбище, Тор. Ну, в общем, у меня вот этих 5 верхних героев, это те герои, которыми я в основном фармлю, играю. Ну, есть, видите, еще куча героев. У нас не хватает 4 героя. Почти всех я уже собрал. Этих. Тут тоже одного не хватает. И тут троих. Так вот. То есть. Так, а ну-ка. 4 героя не хватает. Так, Хермес. Имдал. А тут тоже Ермес стоит, он и туда относится, получается. В общем, вот так вот. С этим мы разобрались. Получили мы этого героя. Поехали дальше. Дальше у меня есть плюхи на складе. Не знаю, где их там надыбал. Так, это видишь, мы сюда зайдем. Поехали в бэк. Надо, кстати, так, ресурсики, надо волны подфармить дальше. Так, вот у меня есть такие вот новые сундуки, Hero Shard Back и также Skill Back. То есть здесь, я так понял, будут даваться скиллы сейчас. Ну, в общем, поехали, посмотрим.
Давайте шарт открыли. Один всего лишь. Да, я думал, тут будет нормально, что-то тут всего лишь по одному. Так, skill back. Так, Минотаврик один. Ну, по одному это, конечно, печаль полная. Еще один. Ну, хоть что-то скажем так. Так, что у нас тут еще интересного есть? Это за донат мы забрали сегодня. Так, ну вроде все, это ресурсы. Окей, отлично. Ну что, поехали. Попробуем поролить. Ролил я уже много и буду еще ролить, потому что, ну, по сути, я сам либо на прокачку зданий, которые и так будут качаться постепенно, либо же сливать сюда на получение героев. Ну, осколков. Короче, куча всего. Так, ресурсы 105к, 15 сундуков, 15 этих уже накопилось. Нифига себе. Дупликейт. Так, это хорошо. Это очень хорошо. Так, 25к. Отлично. Минотаврик. Плюс 30к. 25. Ну вот, что мне сейчас надо больше всего, это опыт вот этот для прокачки. Потому что рейдить, разве что поставить фарм бота как вариант, чтобы дальше проходить. Так, отлично. Ну, как видите, ресурсы часто падают опять. Восемьдесят четыре к. Ну, такие себе ресурсы отсюда летят. Так, 24к. Либо вариант самый спускать на випа. Ну, тоже бессмысленно, как по мне. 31. Ну, давайте еще. 32. Видите, сложно вытащить героя нужного отсюда. Unreal прям. Так, ниндзик. Да, печаль. Там у нас еще 6. Давайте еще разок паролим. Ну, опыта, думаю, нормально мы натащили. Двадцать четыре к. Да, тяжело отсюда вытащить нового героя. Видите, здесь все, что хочешь, падает. Еще 10. И все, что ли? Минотавра в основном отсюда дают. Короче, надо ждать обновления на рынке реально. Может, там будут продавать скоро. Это интересное. Потому что здесь реально ролить печаль. Разве что на начинающих аккаунтах. Кому надо ролить, пишите в телегу в ВК.
что копит в сундучке паролевом. Так, окей, с этим мы разобрались. Поехали в бэк, посмотрим, что там у нас. А, тут у нас, в принципе, появилось. Так. Поехали сюда. Посмотрим, что мы. 1,3 ляма. Да, не хочу я сейчас ни с кем сражаться. Спасибо. Так. О, отлично. Плюс один здесь. Хоть что-то. Вот, сабди, отлично. Вот это, кстати, очень тему. По скиллу можем улучшить скилл, отлично. Блин, ее, конечно, надо найти дофигища, чтобы улучшить ее скилл. Но это, блин, топовый хиллер. Так, ну, Скади, понятно. Ну, в общем, как видите, это очень длительный путь, вот это вот улучшение. Очень тяжело. Так, ну тут скорость атаки. Таска у нас еще тоже скроллоки. Пассивки. Тут тоже пассивки. Скроллоки не хочу использовать, надо копить хочу. Хочу какого-то героя на максимум уже прокачать. Solar Knight то же самое, то же самое. Так, тут мы немножко можем улучшить. Так, рано надо будет, кстати, ее пофармить. Так, ну и так она надо будет тоже забрать на арене, не забыть. В общем, вот так вот, ребят, немножко даже и силу апнули. Как видите, роллинги здесь не такие, как в Castle Clash. То есть получить героя реально очень сложно. Куча всякой херени падает, но ничего не поделаешь. Как бы в этом и весь интерес собрать этого героя намного сложнее, а прокачать тем более очень сложно. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.